Про карму ЧВК слышал. Да я тебя не буду трогать, не собираюсь трогать. Ты, я вижу, что ножом бьешь. Да давай, заходи, заходи. Приветствую. Я это заберу, чтобы ты у него не забрал и чтобы ты меня не шотнул еще. Все, там ничего нет. Забирай все, что хочешь. Братух, он сейчас. Это было очень по-скотски с твоей стороны. Очень по-скотски, я считаю. Ну так вообще делать нельзя. Флисовая шапка. Завод. Сейчас, если это так, если звук не такой приглушенный, то это все. Да! 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 Есть, звук меняется! Звук меняется, серьезно, он стал более таким, более громким. Еще один упал. И еще один остался. Фулочка осталась. Ну все. Ага, с ними был один фулка. Тут я сегодня троих смаслил. И пропустил только что, типа, прикиньте. Это тот же самый тип, который вчера меня тут убил. Ушел с позиции, а он сам сейчас через альт. Да-да. Ну что за дичь, а? Ну, алло. Там крови херова гора просто за ним было. Так, всю маску это убираем. Хагрид чиним. И идем на таможню. Сидит. Может, там заводские просто. Еще помимо всего прочего, я имею в виду. Можно мне полечиться? Можно мне полечиться? Можно? Спасибо. Давайте с NPC побегаем. Он прыгает сюда. Я тебя убил? Через дверь? Что, серьезно, что ли? Ну, я тебя услышал. Если бы ты не говорил бы ничего, тогда ладно. Такие, я вас не звал. Идите нахуй. Thank you.
Адреналин выделился. This is nice. Оспрей. Блять. Надо было прочекать. Ну красава, чё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.